называется «Кристалл». Команда играет сегодня в белое. Привычные сочетания. Вратарь Дмитрий Юдин под первым номером. Как я уже сказал, 23-й Дмитрий Дробыш. Голден Игл из Ставрополя. Катане. Удар и гол! Катане. Удар и гол! Катане. Удар и гол! Матчи! И, по всей видимости, это был автогол Павла Соколова. К его сменщику в «Кристалле» удар в ближний угол. Вот. Остановил Павлов Пране. Котлеров под левую гол! Котлеров под левую гол! Великолепно! Здесь теряет мяч Новосибир. Соловьев. Передача на дальнюю. Беспалы на месте. Перемитин бьет, отбивает под Дубны, надо бивать. Перемитин бьет, отбивает под Дубны, надо бивать. Лет Решату. 85-го года рождения, а сейчас лет Решату. 85-го года рождения, а сейчас Белоусов раньше стартанул. Здесь друг с другом стал мяч над... Вот он. И удар в перекладину от Котлеров. И удар в перекладину от Котлеров. Катане. Покатыло на Мерлошкина. Мерлошкин гол! Покатыло на Мерлошкина. Мерлошкин гол! Покатыло на Мерлошкина. Мерлошкин гол! Владислав Мерлошкин! Котлеров. Удар со штрафного, гол! Решат Котлеров. Котлеров. Удар со штрафного, гол! Котлеров. Удар со штрафного, гол! Решат Котлеров, 2-2. Котлеров против Севцова. Опыт или молодость? Ну, по-моему, у Севцова уже голова закружилась. Удар от 10 минут остается играть. Бахур разворачивает Котлерова и простреливал штрафную. Вот кто бы ногу. Ой-ой! Миронов. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Переметен удар под Дубны! Покатыло в край на Емельянова. Катане, Переметен. Покатыло! Катане, Переметен. Покатыло!